Танцевальные перформансы, интерактивные инсталляции и огненное шоу. За один вечер на площадках Match Weekend представили все известные жанры современного искусства. Гостям предложено не просто смотреть и слушать, но и участвовать. Сегодня очень-очень много мест для фото, видео, селфи, для вдохновения, можно и порисовать, и поучаствовать в других каких-то перформансах. У нас огромная сцена, расписанная Львом Либерманом, это наш уральский каллиграфист. Есть экспозиции от фотографов, есть экспозиция от художников. Также есть поэтический уголок поэтроника. Мы отталкиваемся всегда от тем высвобождения творчества без рамок, без ничего. В этот раз мы ее посвящаем скандинавской легенде о похищении солнца волком. Как некий аллегорический образ волка, как препятствий, солнца, как наше творчество. Матч-фест является синтезом искусств, моды, музыки, театра, танца. Также и мы собираем на своей площадке творческих людей различного направления. От хендмейда до рекламы, до производства видео, брендинга, дизайна. Мы хотели вообще показать своим танцам то, что у нас очень много уходит времени на гаджеты, и мы не знаем, то ли мы следим за кем-то, то ли за нами следят, и поэтому хотелось вернуться к чему-то такому, я не знаю, к истокам. Вот, и в принципе, в рамках фестиваля это может понять любой человек по-своему. Я, в принципе, можно сказать, поклонник коллектива Deep Vision. Я очень ждала их выступления, и они, как всегда, порадовали своим таким, да, перформансом, выступлением. Мне очень понравилось. Под творчеством чаще всего подразумевают различные виды искусства. А вот велоконструктор Данил Климин смотрит на это шире. Я занимаюсь велосипедами где-то 15, и у меня есть, откладываю наработки, к моменту создания у меня уже есть сырье, я беру сварочный аппарат, трубы и создаю. Отталкиваясь от сегодняшних трендов, зебра, леопард, тематика такая у нас. Мы хотели показать, что душа у человека открыта, и он делает и воспроизводит все то, что хочет, несмотря ни на что. На нашей площадке происходит настоящая химическая лаборатория только с чаем. У нас есть разные виды чая для бодрости и для расслабления. То есть для того, чтобы больше погрузиться в атмосферу или для того, чтобы взбодриться и выжить до конца вечера или даже до утра. Match Weekend расширяет горизонты и поднимает над обыденным. Такие встречи вдохновляют и объединяют людей с общими целями. И, конечно же, делают обычный день незабываемым.